Bitcoin Core опубликовали обновление программного обеспечения до версии 0.13.2. В версии присутствуют только небольшие изменения, но они исправляют ряд ошибок и неполадок производительности. В общей сложности 28 авторов нанесли 55 изменений, объединенных в релиз. В то же время Bitcoin Core продолжает работу над следующей версией 0.14.0, которая может быть выпущена уже в марте 2017 года.